15 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром финансов Швейцарской конфедерации Ульрихом Маурером. Министр финансов Швейцарской конфедерации Ульрих Маурер проинформировал главу государства о цели своего визита в нашу страну и проведенных встречах. Касаясь швейцарско-азербайджанских отношений, гость отметил значение деятельности государственной нефтяной компании Азербайджанской республики Швейцарии, выразил уверенность в том, что существующие между нашими странами хорошие связи будут продолжены и в дальнейшем. Подчеркнув наличие между Азербайджанской республикой и Швейцарской конфедерацией очень плодотворных двусторонних связей, президент Ильхам Алиев отметил, что имеется хороший потенциал для дальнейшего развития этих связей в области экономики, взаимного инвестирования и другие. Коснувшись сотрудничества в энергетической сфере, глава государства отметил значение поддержки, оказываемой Швейцарской конфедерацией проекту ТАП. Президент Ильхам Алиев высоко оценил активную деятельность швейцарских компаний в различных отраслях азербайджанской экономики.